the distance, pound for pound. We're a perfect match, pulling punches. We're toe to toe, we're always on the road. Worse or better, we can... Мы приехали на пляж, посмотрите. А тут такие волны. Обалдеть. Наша компашка. Сейчас будет пикник. Тут вот красный флаг. Снимать нельзя. Ой, тьфу, снимать, господи. Купаться. Снимать можно. Смотрите, да, мы нашли вот барханы, дюны, и море. Да. О, хорошо. Кысик, вот, гуляет. Мы пришли к обрыву. Посмотрите, как тут вообще красиво. Вода синяя-синяя. Очень красиво. Вон ребята фоткаются. Вот так. Я приехала в Гёчик, Готик, не знаю, как правильно. Это такой яхтенный город, городок. Смотрите,
какие тут каналы. Местная Венеция. Яхты. Ой. Я приехала одна. Мы разделились с ребятами. Они пошли гробницы ликийские посмотреть. Я тоже их хочу посмотреть, но, наверное, попозже сегодня. Вот. Очень плохо себя чувствую. У меня некоторая женская болезнь, которая просто омрачает мне весь этот отдых, всю поездку. Я вообще очень часто в поездках болею. Я не знаю, психосоматика, это не психосоматика. Но то, что мне физически очень сильно плохо. Я вчера была в госпитале. Я ничего оттуда не сняла, потому что мне было абсолютно не до этого. В общем, какая-то жесть. Стараюсь держаться. И вот даже приехала сегодня одна в этот город. На такси. Такси стоило 400 лир. Это очень дорого, мне кажется. 1600 рублей. Но ехать полчаса, где-то даже 40 минут. Вот. Городочек классный. Очень милый, уютный, тихий. Для яхтсменов. Яхтсменов. Вот такие тут яхты. И вон там, посмотрите, какие. Красиво. Как вам такое море? Очень красиво. Тут очень милые домики такие. Умиротворенная атмосфера. Тут атмосфера, опять же, роскошь бутиков, очень красиво. Просто кайф. Погода идеальная. Сейчас надо мной поржала группа туристов. Не знаю, по-моему, они по-русски говорили, но не факт. Короче, из-за того, что я на штативе себя сама снимала. Ну, просто оборжаться, конечно, когда путешествуете вдвоем или там в компании, когда тебя фоткает другой человек или снимает, это ок. А когда ты сам себя снимаешь, пипец просто. Оборжаться. Очень красиво. Смотрите, как красиво.
такое умиротворение. Так, надеюсь, сюда можно пройти. Очень сильно, кстати, болтается. Я в шапке, как обычно, люди некоторые купаются. Не знаю, я снимаю шапку и шарф, мне ветрено. А надеваю, мне жарко. Как-то так, голова просто раскалывается. Ой, не знаю, в чем дело. Очень советую побывать в этом городке. Тут красиво. Такой цвет воды. Короче, супер. Я очень рада, что приехала, несмотря на все. Дошла до конца. Гёчка. У меня очень сильно разболелась голова. Короче, я себя отвратительно чувствую. Меня особо не радует вся эта красота, хотя здесь очень красиво. У меня какая-то как будто паническая атака немного. Или какое-то такое тревожное состояние, для которого нет причины особо. Сложно объяснить. Не знаю, я не знаю вообще, что с ней происходит и почему так. Тут очень красиво, очень умиротворенно. И хочется посидеть, а у меня как будто бы... В общем, да. Пытаюсь как-то держаться. Скоро поеду, наверное, назад уже. Смотрите. Сэбаки. Boy or girl? Yours? Yeah, it's a girl. Because of that Nico is. Oh, I don't really.
пришло. Точнее, я к нему пришла. Я села в кафешку. Заказала пасту. А тут оказался вот такой маленький котик. Посмотрите. В это же самое время, как я была в Гёчике, мои друзья поехали в Алюденис. Это место популярно своими голубыми бухтами, а также параглайдингом и вот этой канатной дорогой, фуникулёром. Я их не просила, но они сняли для меня видео для моего YouTube-канала. Поэтому предлагаю вам посмотреть, что же они сняли. Лежа, помаши ручкой. Передай привет подписчикам Таисии. Всем хорошего рабочего дня.